28-летняя актриса и певица примерила новый пикантный образ. Нино Ниндзя выступила на закрытой вечеринке. Возлюбленная Максима Виторгана посетила звездную тусовку в столичном ресторане. Здесь праздновали дни рождения сразу три светские львицы – Светлана Бондарчук, Дина Хабирова и Наталья Дубовицкая. Гостей подчивали деликатесами, рекой лилось элитное французское шампанское «Перри и Жуэт». За развлекательную часть отвечали Сергей Мазаев, Иван Григорьев и Нино Ниндзя. Появление певицы стало полной неожиданностью для многих. Артистка исполнила кавер-версии популярных композиций. Нино выбрала сверкающее черное платье в пол с соблазнительной областью декольте и смелым вырезом на бедре. Ниндзя выглядела ослепительно в элегантном вечернем наряде, который подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги. Гостями вечера стали Наталья Ионова, Глюкоза, Надежда Аболинцева, Резо Гигинеишвили, Вика Газинская и другие персонажи светской тусовки. Примечательно, что на закрытой вечеринке появилась бывшая жена возлюбленного Нино. Ксения Собчак пришла в компанию нынешнего мужа, режиссера Константина Богомолова. Ранее Нино поделилась результатом бьюти-преображения. Ради очередного проекта ей пришлось перевоплотиться в брюнетку. Позже актриса и певица вернула свой природный русый цвет волос. Ниндзя отпраздновала день рождения сына Саши. Ради этого она воссоединилась с бывшим мужем Кириллом Плетневым.